МИД Израиля выразил солидарность с властями и населением Великобритании в связи с терактом в Лондоне и призвал бороться с террором. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД еврейского государства Ципи Хотавели. Израиль глубоко потрясен терактом в Лондоне. Террор – это террор, где бы он ни произошел. И мы будем неотступно бороться с ним. Напомним, 22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль террористов сбил прохожих. Затем машина остановилась у здания британского парламента. Человек, вооруженный ножом, попытался попасть внутрь. Полицейские застрелили нападавшего. В результате инцидента 4 человека, в том числе полицейские, погибли, 40 пострадали. В Москве в торговом комплексе «Food City» откроется израильский павильон. На 140 квадратных метрах будут представлены 20 израильских компаний, предлагающих сельскохозяйственные технологии и продукцию еврейского государства. Открытие павильона запланировано на апрель этого года. В Московском еврейском общинном центре состоялся вечер памяти выдающегося горско-еврейского поэта Яши Машиахова. Мероприятие организовал Международный благотворительный фонд «Стмеги». В программе вечера презентовали документальный фильм о жизни и творчестве Яши Машиахова, «Оборвавшиеся рифмы» композитора Гари Канаева. А также состоялась презентация книги и альбома «Дэдэй» известного музыканта Йосефа Бен Йохая на стихи Яши Машиахова. 25 марта в еврейском религиозном культурном центре «Жуковка» пройдет благотворительный вечер в пользу Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом». Мероприятие организовано при поддержке Федерации еврейских общин России. На вечере выступят финалист шоу «Голос» Влади Блайберг и итальянский певец Энрико Колонна. Также в этот день состоится благотворительный аукцион предметов искусства.